Документ, как персонализированное голосование на портале mlmtube.ru. А для того, чтобы нам это сделать, нам нужно обязательно быть зарегистрированным и быть аккаунтом Pro. То есть аккаунт Pro, напоминаю, раздается бесплатно до конца лета. Для этого мы заходим в голосование. Нам предоставляется возможность проголосовать. Проголосовать мы можем только один раз по нашему IP-адресу. И мы выбираем любое голосование. К примеру, я пользуюсь биологически активными добавками компании «Сибирское здоровье». Я хочу проголосовать за компанию «Сибирское здоровье». Я нажимаю «Проголосовать». Выбираю социальную сеть, в которую я хочу отправить свой голос, свое мнение. Отправляем. То есть «Сибирское здоровье». Отправили. А теперь, если мы зайдем на нашу страничку в социальной сети, куда мы отправили наш голос, и перейдем по этой ссылке, то есть это потенциальная ссылка, по которой могут перейти ваши друзья, знакомые, гости, друзья друзей. Мы переходим по этой ссылке на сайт. Мы видим, что человек видит все целиком голосование, но также он видит ваш аккаунт Pro. И нажав на него, он переходит на вашу страничку, где вы уже можете разместить информацию о том, чем вы занимаетесь. То есть в этом мы создавали аккаунт Pro и голосование и привязывали их одно к другому именно с этой целью, с целью максимальной персонализации, во-первых, самого человека, дистрибьютора, а также с помощью голосования мы можем ненавязчиво показывать свои приоритеты, свое мнение. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь.